Всем привет! Мы приехали в Нюрнберг сегодня прогуляться. На улице тепло, солнечно. Ну, чуть-чуть есть ветер, вот поэтому я думаю, что сейчас плохо меня слышно. Вот. Но вот прям плюс 10, прям тепло, так весна такая прям. Ну, весна у нас началась уже, получается, недели две назад, да? Да. Вот, а сейчас она прям развивается. И в ближайшие дни уже будет плюс 11, и так более-менее хорошо, и даже плюс 12 будет. Вот, но вот сегодня, да, немножко раз бывают порывы ветра. Но, в принципе, я иду в кофте и в жилете, и это подходит под эту погоду. Максим вчера с другом уехал в Мюнхен ехать 3 часа. 3 часа. И вот они уехали еще и вечером, и вернулся он около 2 часов ночи. Ладно, хоть я там его попросила кое-что сделать, но раз он уже был там в Мюнхене, да, чтобы сходил по моим делам, потому что им делать-то там было нечего. Они просто решили попасть в приключения, понимаете? Отчаянные ребята, причем вдвоем, с другом так на раз и уехал. И дочь ему-то, да, у них дочь на тикет, они могут по всей стране ездить, сколько им влезет, да, бесплатно. Ну, как не бесплатно, а в честь билета, в счет билета. Вот, но то, что он так уехал, и, ну ладно, сделал мои дела, слава богу, вот. И это около 2 часов он вернулся, а утром в школу. 6 утра, 6:40 будильник звенит. Я говорю, Максим, вставай. У меня на 7 будильник. Я говорю, в 7:13 должен быть на автобусе. Я за 10 минут соберусь. И ведь собрался, и вроде как успел на автобус. Вот. Так что он в школе. Но, по крайней мере, конечно, это был большой риск, потому что в школе могут давать фервайсы. И если тебе дадут 3 фервайса, тебя в школу больше не пустят. Это выговор. Тоже так закрыли все места, аренду не продлевали. Заходим в Макдональдс. Вот мы уже уселись. Вот уже это. Сидим, ждем его, уже хорошо поели. Захожу в Альпенвальд. Ой, как обычно. Написано же Дрюкен. Ну что ж такое, а? Всегда одно и то же. Кто тут есть? Все те же самые персонажи. Тут красивый, да? Такой симпатичный персонаж. Тут кто? Ренгоку. Так, тут у нас кто? Какие-то эти товарищи. Работы. Смотрим. Никого нового не появилось. От слова совсем. А если только вот Дайдара. Ну, наверное, Максиму не надо Дайдару. Тяни, я толкаю. Там, где Дрюкен, я тяну на себя. Теперь GameStop. Идем опять в GameStop. Я всегда сюда захожу. Ой, мне так нравятся вот эти фигуры все вообще. Такие красивые. Вообще. Супер.
Ой, а это кто такой красненький? Dragon Ball. Кстати, в Dragon Ball очень много персонажей. Ну, оно и понятно. Длится-то это тоже вечно практически. Так. Ну что, вообще не будем выпускать новые фигурки? Тут эти появились. 8 евро стоят. Алиэкспресс 4. Так. Вот этот красивый, но он не из нашей манги. Я все мечтаю. Если бы Максим еще что-нибудь смотрел, мы бы что-нибудь еще и собирали. А так, ну вот, получается, нечего купить даже ребенку. Все собрано, все коллекции есть. Все, что выпущено, все мы собрали. Ну, такое более-менее нужное. Кисами. И кто это такой Кисами? Я его не знаю. Этих тоже у нас есть, которые были нужны. А которые такие, типа, второстепенные персонажи, мы почему-то вот не собираем. Ладно, выходим. Вот, мы уже подходим к талии. Так, тут хорошо. Ну, в смысле, мы уже напрямую там вышли улицу, где талия. Везде, везде уже засунула свой нос, как говорится. И сейчас будем искать для Вовы тесты по немецкому языку. Вот так. Там в талии специальный тренажер, чтобы он потом хорошо сдал А2 и Б1, да, Вова? Ну, называется... Подожди, А2 у вас, да, экзамен? А2, Б1. Ну, вообще Б1. Так у тебя какой сейчас будет экзамен-то? Б1. А, так Б1, что ли? Те, кто сдают, получают Б1 сертификат, те, кто не сдают, А2. А я почему-то думала, что А2 ты сдаешь, а ты уже сдал А2. Ну, я как всегда. Да, на Б1 Вова сдает экзамены. А когда у тебя экзамены? В марте. Через месяц. Вот, через месяц экзамены, значит, и он получит Б1 сертификат. Так, мы пришли в талию. Здесь, слава богу, нет ветра. Уже не будет таких шумов, если они там у вас были. Уже такого не будет, скорее всего. Вот. Ой, какие интересные. Это уже пасхальные товарищи. Такие красивые всякие золотые штучки, кролики. А вот это вот рюмочка для святой воды. А это тарелочки всякие. Эти подносики. В общем, все для Пасхи. А вот это вот такие мягкие игрушки. Тоже пасхальные. Большие кролики, маленькие кролики. И даже маршмеллоу кролики. И еще вот такие прикольные есть товарищи кролики. Это вообще супер выглядит, конечно. Такая прелесть прям. Сколько это стоит? 13 евро. Так. Зайдем в отдел манги еще, да? Угу. Давай, пошли. А ты не помнишь, на каком этаже твои учебные книги? Выше. На четвертом или на третьем? А на третьем детский отдел? По-моему, да. Значит, на четвертом, Вов, как и мои? Да? Ну, наш четвертый и их третий, значит. One Piece. Угу. Нет, это не One Piece. Вот, One Piece. Фанбук? Угу. Интересно, что такое вообще фанбук? Ну, это фанатское. Не, я поняла. Интересно, да? Так. Тут Playmobil выстроился. Брелки. Для ключей. Угу. Сосуки. Так. Всякие есть. Это что, магнитики, что ли? Да. Да. Стол манги. Подожди, помнишь чай манги? Человек бензопила, какая часть?
Человек бензопила. Ну, сейчас глянем. Мне вот это привлекло. Интересно, о чем это? Интересно вот. Это девятая часть. Такое что? Соло. Лайелинг. Левелинг. Это В, да? Угу. Левелинг. Ну, это популярное сейчас аниме есть. Ну, не знаю. Это что? Шангрила. Фронтир. Мэнштар. А тут... А, это то же самое. Так, Арата Шинцу. Арата Шинцу. Блуди Свит. Ein Zeichen der Zuneigung. Да. Мы этих анимехов не знаем. Джорджа знаем. Red Fog, Красная Лиса. А, From the Red Fog. Из. Надо Токийские Мстители глянуть. Какой последний том? Один, десятый, да? Нет, опять. Значит, да, Токийские Мстители нету новой части. А это нет? Вот один. Одиннадцатый у нас есть. Так, дальше. Где у нас Chainsaw Man? Где он? Берсерк. А где Берсерк? Покажи. А, ну тут первой части нет, жалко. Ой, я смотрела Берсерк. Ну, чуть-чуть такой он, знаете, для взрослых, мне кажется, совершенно. Вот этот Solo Leveling. А, вот первая. Вот. Интересно. Ну, цветной рисунок. Так, ну ты поставь, давай найдем Chainsaw Man. Куда его поставили? Тут железный алхимик. Так, давай в той стороне поищем. Тут Наруто. Видите, Наруто. Сколько Наруто стоит. Тут это все One Piece. Так. И где человек бензопила? Мя. А, так, ту-ту. Не, не надо. Демон Слэр. Ну, вот он. Да, вот он. 11-я, по-моему, есть. Да нет, это нам у нас в другую сторону. У нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот не помню, шестая. Есть или нету? Девятой точно нет. Вот этой. У нас же нет девятой? Нету, нету. Девятую возьмем. Я не помню. Ну, для тебя. Коллекции девятую возьмем. Так. А где этот? Боруто. О, Боруто. Пока по 18-ю только выпущены. Больше нету. Обидно. Не добавляют части. А вот смотри, вот этот человек бензопила. Здесь же 13. Есть. Это, как сказать, мы еще не в ту сторону собираем. Ну, да. У нас, по-моему, есть 4-я, 5-я. И не знаю, 6-я есть или нет. Но нам еще нужно 7-ю, 8-ю, вот 9-ю мы. Но тут 7-й и 8-й нету. А про 6-ю я не помню, понимаешь? Угу. Ну, и даже про 7-ю не помню. Ну, 9-ю а я дома сверюсь, потом выпишу, каких не хватает частей. Вот. Так, что у нас здесь? Интересное, красивое. Смотри, какая толстая книга. Это Limited Edition. Limited Edition? Ну, ограниченная. Да? А о чем тут речь? Что это за Йона? Limited Edition, принцесса. А, это в коробке что-то. Это именно коробка. Я думала, что это толстая книга. А нет. Это именно коробочка. Смотри, Demon Slayer. На самом деле, вот оно, видите? Это тоже манга же, да? Манга. Что Demon Slayer? Бокс. А, бокс. Бокс, видите, какой есть. А что, он пустой? Как? Нет, есть. Нет. Чтобы там было столько книг, он не может только весить. Ну, это совсем легкий. Там что-то другое, Вов.
написано банд 23. Видишь, 23-я часть. Одна. Вот она, да. А остальное может быть пусто. Какой-то набор подарочек. Ну там нет столько. Вот хорошо, вот представь, ты держишь в руках вот столько манги. Вот столько. Ну, наверное, это. Ну-ка давай. Хотя. Нет, нет. Ну нет, все равно. Одна часть. Я тоже думаю, обманули. Обманули. Надеюсь, что у нас 9-й точно дома нету. Нету, это картинки даже. Картинки даже такой нет. Ясно. Вот мне все вот такие нравятся. Я одну купила книгу, но я еще не дочитала, потому что она немецкая. Это тяжело. Когда ты язык не так хорошо знаешь, чтобы читать, но я стараюсь. Я вот смотрю сейчас фильм. Он называется «Ника Свек». И он обучает хорошо А1. Там все фразы. Вот если вы хотите тоже изучить немецкий язык, смотрите фильм этот «Ника Свек». Там приехал испанец в Германию. Его зовут Николас. Или Никас. Никас, по-моему, да? Нико. Никас. Вот. Он приехал в Германию и не знает немецкого языка. И случайно теряет сумку. У него забирают сумку в такси случайно. И он встречает учительницу немецкого, которая и как раз берет над ним шефство. Они все молодые, там где-то 22-23 года. А, вот тебе вот сюда, да. Вот, и это у них компания собирается из разных стран. Даже в том числе из Русланда. И все. И они там все обсуждают как раз, что вот, ну да, можно говорить друг с другом, но простым языком. И они так, ну, стараются контактировать. В общем, это все с титрами, с русскими титрами. Вот он. Вот, вот такой вот нужен. А, подожди, это телка. Телк. А тебе какой нужен? Сейчас. ДТЦ нужен. ДТЦ? Да. ДТЦ, да? Сейчас. Это тоже вот. Телк. Так это телк, подожди. Не видишь написано? Да, это... Подожди. Так телк, сбоку написано, вот. Да, да. Так ты ищи ДТЦ. Вот, ДТЦ. А, подожди, так это тоже телк. Иначе я неправильно опять смотрю. Вот, нет. ДТЦ. Но это Хауэбер. Я не помню, Виталий, какой купил. Так, а ты почему не сфоткал? Сейчас. А? Ты почему не... Да. Почему ты не сфоткал? Так спроси у Виталика, может, он тебе ответит. Скажи, Виталик, назови мне автора. Ну ты даешь, Вова. Может, он вот это взял. Хотя в прошлый раз ты мне тоже стоял и сомневался, покупать тебе такую или нет. В общем, проискали мы все, нашли фотографию этой книги. И оказалось, что ее нет, ее только здесь заказывать, потому что все раскупили. Вот так. Вот так бывает. Ладно. Пойдем мы на свой этаж. Привычный. Да. Четвертый. Смотрите, какие камушки я сегодня навыбирала. Какие красивые. А тут всякие тоже есть. И вот хочется как можно больше. Каждый раз как можно больше. Видите, какой вот этот тигровый глаз. Значит, и аметисты есть такие красивые. Вот это вот называется лунакит. Вот. Все симпатичное такое. И хочется, и все больше и больше камней.
Я сейчас еще пошарюсь, наверное. Вот. Значит. Ой, я еще сколько их заказываю везде. Вы знали. Еще с Алиэкспресс. Сейчас. Я вот тут еще хочу эти халцедоны посмотреть, Вова. Такие симпатичные халцедоны вообще. Тут можно, кстати, взять. Так, тут на что? Ой, вот это тоже прям интересно. Смотрите, какой халцедон. Максим мне скидывает фигурки, какие бы он хотел. Я ему позвонил. Вернее, он мне позвонил. Только что. Вот, мама, я хочу фигурку. Говорю, ну, скидывай фото, потому что я ничего не нашла. Хорошего. Красивого. Ничего нету. Так. Picture Jasper я как-то. Это как-то. Ничего хорошего не. О, а это что? Смотрите, с дырками. Интересно. Так. Здесь что-то есть необычное, чтобы мы взяли с вами. Сколько я сейчас истрачу? 50 евро на камни, интересно. Или 100? Сколько я истрачу евро? Угадаем. Угадываем. Угадываем сумму, которую я сейчас потрачу. Надо вот так любить камни, чтобы тратить такие страшные деньги на них. Вот это тоже красиво, невероятно. Вот они все красивые, и хочется всего. Хочется совсем все. Ладно, надо как-то это останавливаться, товарищ. Еще взяла два халцедона и садолит. Это же у нас садолит? А нет, это дюмартирит. Это дюмартирит, да. Так, а что у нас тут с тигровыми глазами? Посмотрите, какие там интересные варианты есть. Вот, например, вот этот. Кто бы мог подумать, что он будет вот так выглядеть. Разве так бывает? Интересный камень. А это... Ой, я его уронила. Так. Да. Да, товарищ, да. Брать, не брать, брать, не брать. Но я такое еще не видела никогда, конечно. Прям не знаю, ладно. Вов, это же насколько я набрала-то опять, а? Вова. Вова, за что мне это? О, карты Таро. Так, что из этого нет в моей коллекции? Давайте смотреть. Это все есть в моей коллекции. Там. Все есть. Или не все? Ну-ка, давай смотреть. Ein Kurs im Wunschen. Deine Manifestations. Ну, это я вам скажу. Так, ладно. Немножко не про меня. Ну, нет, я их иногда беру. Вот эти у меня тоже уже есть. Мы уже с вами на них расклады делали. Так, а что еще-то? О, маленький Таро. Кто-то. Тоже интересно. Сколько такие стоят? 15,95. Серьезно? Серьезно? О, Star Seeds. Ага, вскрытая. Хоть бы скидку делали. Потом вот отдадут в магазин подержанных товаров, а я там куплю. Я кроме камней никакого улова не получила. Эти товарищи у меня тоже уже есть. Карта манифестации. Это из серии Секрет. Вот эти зеленые мы не осмотрели внимательно. Серпентин. Серпентин, он вообще такой твердый камень. Ну, как бы вот такой, да? Вот он у меня есть, и вот мне кажется... Ну, хотя вот, опять же, если хорошо всмотреться, вот такого серпентина у меня, наверное, нет. Ладно. Подожди. Тут же еще далматиновая яшма. А это кто? А, это окаменелое дерево. Но это очень странное окаменелое дерево. Это вообще точно не оно. Ну, я таких не видела даже
сейчас. А это у меня самозанит. Ну какой крупный гематит в этот раз вообще. А это чего? Красная яшма, да? Ну все. Вова изучает мудро. Не знаю, можно взять 8 евро. Хорошо. Хочешь, возьми? Я возьму. Будем мудры изучать и показывать всем. Так. Это я, по-моему, уже видела. Ладно. Взяли мангу, взяли камни. Идем вот туда, на кассу. Здесь в магазине есть вот такой туалет. Он стоит, по-моему, 50 центов. Ну, голос меня платил, так что я не сильно помню, сколько он стоит. Ух ты, а там что такое интересное. Может, это цветы? Ну, понял. Лестница с ней есть. Здорово. Ух ты, можно даже здесь вот сидеть просто. Красиво. Вот. Ну и, в общем, это мы с Вовой и с родителями решили поехать в штат-парк. Вот. Так что сейчас, наверное, поедем. Надеюсь, что он меня все-таки свозит в штат-парк. Посмотрим, может быть, там кто-то. Это цветочки какие-нибудь. Лепесточки. Фигурков нет. Фигурков новых нет. Максим там скинул какие-то интересные фигурки, но я их, по-моему, не видела. Ну, одну только. Но я не помню точно. Ну, поищу еще. Посмотрю. Какие прикольные вещи для Пасхи вообще. Супер прям. Мне так нравятся вот эти ангелочки. На каждую дату рождения есть свой ангелочек. А мне надо купить цепочку новую. Так. Ну что, штат-парк. Будем штат-парк. Искать подснежники. Да. Ну, крокусы не знаю, но подснежники мы должны найти. Прям должны вот. Тут еще вот такие всякие вещи. Всякие конфеты. Такая всякая фигня. А мне интересно вот журнал. Я ищу наш на нашем языке. Сейчас. Так, журнальчики. Микки Маус. Ниндзяго. А что, вообще нашего-то ничего нет, да? А где островухи хотя бы? Мя. Обидно. Ну тут, видимо, просто журналами напряженка в этом магазине. Все хорошо, с журналами напишу. Ой, это что такое? Зеркальце? Прикольно. И мы пошли пешком пока на станцию Opera House. И потом мы поедем уже в штат-парк. Вот тут невыгодно с Лоренцкирхи ехать, потому что нужна пересадка на Банхоф. А если вы едете, допустим, от Талии той же, да, с Опернхаус, то, значит, пересадки уже вроде бы не надо, да, Вов? Нет. Ну, итак, мы уже подходим к станции Опернхаус. И вот здесь вот такое вот место, вот это люблю место. Тут где-то такие колонны, прям смотрите, ну это же вообще обалденно. Вот мы, значит, идем, тут уже ветер так дует, но ангел вон там. Видите, какая штука. А пойдемте на метро. Идем в метро.
видите, там метро как раз. Мы его уже пропускаем, видим. Нет, это не наша сторона. Не наша сторона. Видите, мы не были здесь. Ну, вернее, вы не были, мы-то были. Смотрите, сколько тут. Вот мы приехали на станцию Ренвек, чтобы пойти в штат-парк. Мы вышли вот здесь, прямо около чувака, который кофе делает. Я надеюсь, что мы сейчас кофейку зацепим. Вот, значит, это называется кафе Гинка. Но он закрыт. Закрыт. Ну, там в парке в самом тоже есть кафе, там купим. Пойдемте. Такие цветочки у него красивые. Но работает он реально редко. Так, там сюда? Или куда? Ой, так у него хорошо, у этого мужчины. Так можно хорошо кофейку попить, и он никогда практически не работает. Так, мы зашли в штат-парк. Мы уже нашли поляну подснежников в парке. И вот Вова мне сказал, смотри, там подснежники. Иди скорее снимай подснежники. Первую поляну. И я такая, иду скорее снимать подснежники. Вот они какие хорошенькие подснежнички. Это же прям вообще прелесть. Видите, какая красота. Вот они какие. Супер. Вот так вот. Вот как красиво. Вот тут вот фонтан такой красивый. Прям вообще. Там вот люди что-то фотографируют. И такая тень от дерева на весь этот. Вот смотрите, уже первые на деревьях цветочки зацвели. Маленькие. Видите, вот такие цветочки. Они пахнут, знаете, точь-в-точь, как сирень. Вот. И у них такие вот маленькие листики уже пришли. Вот такие прикольные. Вон там белка бегает. Видите? Вон на дерево полезла. Вот, вот сейчас ее будет видно. Видите, белка? Вообще. Так красиво ходит белка. Так здорово. Так, я немножко пройду. Какая хорошая белочка. Вон она, видите, наверху. Ходит. Такая смешнячая. Оборачивается съемка. Камера почему-то заела. Уж не знаю, чего она заела, но она заела. Ну ладно, так поснимаю, потом как-нибудь смонтирую. Переверну. Видите, дамочка взяла мох и куда-то его поперла. Давайте чуть-чуть увеличу. Не знаю, насколько будет видно. О, о, пошла дама, пошла. Или это парень. Смотрите. Хозяйственное какое. Где оно? О, убегает, удирает. Смотрите. Ой, я не могу над ним. Да-да. О, побежала. Да, там гнездо, он видит. Да, вижу, что там гнездо. Так, оно опять спустилось. Оно трудится просто очень сильно сейчас. Очень трудится. Так. Что будем делать? Да. Да, побежим. Не забыли, что вам куда-то хотелось. Ну, мы увлеклись белочкой. К нам пришла белочка. Так вышло. Так вышло. Эти рододендроны уже завязались, уже вот скоро будут цветы. То есть это вот прям буквально дело, ну не знаю, может нескольких дней, что ли. Ну может неделя, ну не больше, Вов. Но скоро расцветут некоторые. Вот эти особенно, вот эти прям вообще сильно уже собираются отцвести. Наш фонтан Нептун. Видите, такой красивый, но он еще пока не работает. Еще рано. Туточки всякие. Птички, голуби вон ходят. Тут храм стоит. Там вот кафе должно быть. Если работает, я там возьму кофе. Если не работает, ну, значит не работает. Видите, вот рододендроны, у них очень много бутонов. Прям много-много-много-премного. Видите, как интересно. И вот эти рододендроны тоже скоро зацветут.
Но они даже немножко их подмораживают, будто бы, да, вот некоторые. А видно, что они все равно скоро зацветут. Такие приятные здесь виды в парке. Там гуси ходят. Такие смешные гуси. Вот там вот светится. Солнце такое яркое сегодня. Тепло на улице. Супер. В конце апреля уже мы сидели, по-моему, здесь. Ну так это в конце апреля, мне кажется, было, или в начале даже. Я не помню, но как-то уже не май точно. Еще не май точно был. Тут тепло. Скоро тепло будет совсем. Тепло. Видите, какая вода чистая здесь. Даже в таком прудике вода чистая. Идеально. Гуси пасутся. Расселились такие довольные на солнце. Травку щиплют. Вот птицам им всегда, конечно, трудно, когда зима. И вот после зимы они очень себя хорошо ощущают в этом весной. Им радостно всегда. Да и людям. Вот этому дереву больше 100 лет, рассказывали. Это, по-моему, липа. Возможно, это липа, я сказал. Столетняя липа. Вот. Тут много-много-много столетних деревьев. Еще мне нравятся тени от деревьев, такие красивые. То оно цветет или не цветет, что это красное такое интересное. Я решила взять кофе вот в этом кафе. Ну, не знаю, работает он или нет. Можно вход здесь. Ошибаюсь. Неплохое такое кафе-гараж оказалось. И, в общем, сейчас скажу. Мужчина, итальянец, каждую чашку варил отдельно, взбивал отдельно. Очень хороший кофе. Так, все, мы приехали уже на вокзал. И сейчас идем в машину.